Всем привет, с вами Комаров Виталий. И недавно я снимал обзор вот на этот клей, с этим вот фонарем. Клей, конечно, для своих целей неплохой, я сейчас о нем расскажу. Но самое интересное, это вот этот вот, сука, фонарь. Он, конечно, вот сейчас он работает. Но когда надо, во. То есть он хочет зажигается, хочет нет. Его берешь вот так вот, пошевелишь, и он работать начинает. Вот он достает прям до печенку. Что касается клея. Ребят, для своих целей штука хорошая. Но единственное, что для него нужна большая площадь склеивания. То есть если вы приклеите, например, шляпку болта к стеклу, держать будет. Но чем меньше площадь склеивания, тем он, естественно, меньше, слабже держит. Это вот то самое стекло, которое я склеивал при распаковке. Вот его сейчас можно посмотреть, оно, скорее всего, прямо вот отломится, прям без всяких усилий, вот, практически. Но, так... Но вот здесь вот, например, площадь склеивания довольно-таки большая. Я не знаю, на камеру это можно увидеть, нет? Это площадь склеивания. То есть вот она проходит, это площадь склеивания. То есть и вот это уже, это сломать, отодрать нереально. То есть стекло отломится и все. С другой же стороны, вот здесь всего лишь вот сейчас видно капелька в середине. И если чуть-чуть пошевелить, то видно, что он... что два куска, они как бы пружинят. То есть, вот этот сам клей, он из себя представляет, ну, как бы целлофан, который вот застывает, и такая твердая резина, что ли. Но, если сейчас вот так вот потянуть, ну, вот они, след остается и здесь отклеит. Но, малая площадь не держит. В то же время, вот, что большой площадью приклеено, это как раз то, что в первом видео отломился кусок. То есть вот такой вот пятачок оторвать практически нереально. Держит он хорошо. Но опять же, этот клей он для своих целей. Скажем так, вот мне очки, дужки. Вот очки такие, наверное, тоже в Китае когда-то делали. И, то есть вот эта дужка отломилась, а следом вот эта дужка отломилась. И мне их пришлось приклеить вот так вот. То есть как бы, чтобы клей обволакивал. Будет ли это держаться как-то? Ну, так держит. Ну, не знаю, если, например, в кармане таскать, там как-то погрубее с ними обращаться, я не знаю. Но вот получается вот такая вот штука. Это нужно довольно-таки тонко так хорошо обработать, чтобы было меньше заметно. Но, я думаю, пойдет. Вот то, что... Я испытал этот клей, вот такое вот у меня о нем мнение. Он мне все-таки нравится, этот клей. Интересно с ним повозиться. Практически все, что угодно можно приклеить. Без всяких проблем. Ну, фонарь, вот, сука. Фонарь, сука, самый настоящий. Вот он. О, все. Хочешь включается, хочешь нет. Ну, перебирать его пока что лень. Так, необходимости такой нет. Возьмешь его, долбанешь, а петинка работает. Так что так вот. Имейте в виду, когда вот закажете, ссылочка на этот товар будет. Вам фонарик вот такой вот геморрой может прийти. Вот, сука, опять перестал загораться. Че ему, блядь, надо? Вот хоть бей, хоть не бей. Ну, вот я его, наверное... О, загорелся. Ну, пугай его, блядь, что, блядь, ремонтировать. Все, он работает. Вот так. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще там какая-то хрень идет. Расскажу, что мне пришло и как. Чего там, как. Все, покидываю.